подберу видеокамеру. Я всегда с собой беру видеокамеру. Приветствую. Вышел слоншот 22W42A. В нем обновили InvertTie. Теперь там по-другому распределены блоки. Также улучшен поиск. Переименованы некоторые вкладки. И не только это. Как вам обновление? Можете написать комментарий. Добавлены новые книжные полки. Делаются из бамбука. Влияют на редстоун. Вот пример. Для этого нужен коммутатор. Также эти полки не взаимодействуют с столом и с очарованием. Идем дальше. Добавлены новые ступени из бамбука, а также двери, люки, заборы, калитки и прочие блоки по типу кнопок и нажимных плит. Те же вот полки книжные и обувь. Также есть новые звуки у дверей, типа искаженные мангровы, то же самое с люками. Добавлены платы. Также делается из бамбука. Есть версия с сундуком. Добавлены новые таблички. Могут висеть на блоке, на заборе и не только. Слово там текст обязательно лучше, нежели на обычных табличках. Добавлены мешки. Работа, в принципе, как и раньше. Даже что можно мешок положить, то положишь. Комки новых предметов. Это. Про что я говорил? Также добавлены верблюды. На них нужно садить седло, к слову. А так они просто будут ходить. С
что так они ложатся. Если нет. Как я уже сказал, для того, чтобы на них пытаться, нужно сильный урон. В общем, добавили все, что показали на Ваньконе, и чуть-чуть даже контент из прошлых версий, так сказать, то, что планировали. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Можете оценить в комментариях. Ну и написать, что вы думаете про это обновление. По мне, вполне себе прикольное. Думаю, буду пользоваться новым чем. Все посмотрите. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока. In the game, but I definitely am. The coolest thing is that these are the same tools our developers and marketplace. Будет что? Опра, Варна, мне что-то не понял это. Короче, они не будут рассказывать вещи, которые еще не готовы. Они будут по ходу дела рассказывать новые, создавать новые обновления. Портал или опера? А, опера. Опера Вардена. Я понял сюда. Короче, рассказываю вам, пока что, пока они попоют. Господа, они не покажут вам все обновление сразу. Они покажут его только порционно. Оно может показаться вам маленьким, но по ходу разработки они будут добавлять все новые и новые вещи. Поэтому если покажется, что оно маленькое обновление, не переживайте, все окей. Это только то, что уже на 100% готово и не будет вырезаться из Майнкрафта. Это важная тема, господа, очень важная.